Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava. Kunjabi Hari Gopi Janava. Gopi Janavava Iri Varadari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Yamuna Tiravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janava Gopi Janavama Giri Varadari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama. Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Святой Гора Харибо, 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 Гора Харибо, Нитай Гора Харибо, 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 Нитай Гора Харибо. Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Prabhupada 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 Shiva Prabhupada 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 Shiva Prabhupada Jai Jaya Gurudev 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 Jaya Gurudev Ananda Kuti Vaishnava Vrinda Ki Jai Sankirtana Yagi Ki Jai Grantarashima Advagavatam Ki Jai. Завершаем мы сегодня 16 главу 10 песни Шримад-Бхагаватам. Глава называется «Кришна наказывает за Некали». Тексты 65-67. Ти барас рамани пих Парадхай апи пушанай Дивья гандха нуле пайшча махатьотпала малая Пуджаитва джаганнатхам прасидья гарудадваджам Татах притобья нунджнатах парикрамья пивандьятам Сакалатра сухритпутро двипам аптхирджагамаха Тадайва самрита джала Ямуна нирвишабхават Ануграха бхагаватах Кридаману шарупина. Пословный перевод. Дивья божественными амбарам одеяниями, срак гирляндами, манипхих самоцветами, пара артьяй драгоценнейшими, апи также, бушанайх украшениями, дивья божественными, ганда благовонными маслами, анули паих притираниями. Ча также махатья нежным, утпала лотосов, малая гирлянды, пуджаитва совершил поклонение, джагатнатхам Господу Вселенной, прасадья доставив удовлетворение. Гаруда дваджам тому, на чьем флаге красуется знак Гаруды. Татах затем, притах радостный, апьяну жнатах, получивший позволение удалиться. Парикрамья, обойдя вокруг, апьивандья, поклонившись. Там ему, сам вместе. Калатра с женами, сухрит с друзьями, по утрах сопровождаемый детьми, двипам на остров, Абхех море, джагама отправился, а поистине, тогда эва, именно тогда, саамрита полны нектара. Джала тачьи воды, Ямуна река Ямуна, Нирвиша чистая, Абхават
стало Ануграхат благодаря милости. Бхагаватах верховной личности Бога. Крида ради веселых игр. Мануша человеческий. Рупинах имеющий облик. Перевод текстов. Калия почтил Господа Вселенной, поднеся ему роскошное одеяние, драгоценное ожерелье и другие украшения, благоуханные масла и притирания, а также большую гирлянду из лотосов. Господь, на чьем знамени красуется знак Гаруды, остался доволен Калией, и Калия почувствовал удовлетворение в сердце. Получив позволение удалиться, Калия в почтении обошел вокруг Господа и поклонился ему. Затем, собрав своих друзей, жен и детей, змей удалился на остров в море. Стоило Калии покинуть ему, как в тот же миг весь яд улетучился, и вода ее вновь стала нектарной на вкус. Это чудо свершилось по милости Верховного Господа, который принял облик обычного человека, чтобы наслаждаться своими играми. Комментарий учеников Шрилы Прабхупады. Шрила Вишванатха Тхакур разъясняет эти стихи подробнейшим образом. Чтобы раскрыть значение слова «манипхих», Калия поклонялся Господу самоцветами. Ачарья приводит цитату Шри Радха Кришна Ганадеша Дипики Шри Рупа Госвами. Кауступха кьоманир яна правищах радам аурагам калия преяси вринда хаста атмо пахарита. Господь уронил свой камень Кауступха в змеиную заводь, чтобы затем вновь получить его из рук жен Кали. Другими словами, желая вести себя в точности подобно обычному человеку, Господь Кришна сделал камень Кауступха невидимым и поместил его в сокровищницу Калии. Затем, когда пришло время поклоняться Господу и предлагать драгоценности и украшения, жены Калии, не подозревая о трансцендентной хитрости Господа, поднесли ему камень Кауступха так, будто он всегда был частью их богатства. Далее Ачарья объясняет, почему в данном стихе Кришну называют Гаруда Дваджа, тем, на чьем знамени изображен Гаруда. Дело в том, что Калия также мечтал носить на себе Господа. Гаруда и родоначальники змей приходятся друг к другу братьями, поэтому Калия пытался намекнуть Господу Кришне: «Если тебе вдруг придется отправиться в дальний путь, вспомни обо мне, и я с удовольствием отнесу тебя, куда ты пожелаешь. Я слуга твоих слуг, и в мгновение ока могу покрыть расстояние в сотни миллионов йоджи». Пураны повествуют о том, что иногда во время своих вечных игр Господь, отвечая на вызов Камсы, отправляется в Матхуру на спине Калии. Так заканчивается комментарий смиренных слуг его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады в 16 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Кришна наказывает змея Кали». О магина тимирандасья гьянанджана шалакая чакшур унмиритам ена тасмай шри гуравай нама. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бутале Сайям Рупа Кадамахьям Тадати Свападантикам Ванча Калпа Тарупьяча Крипа Синду Бхевача Патитана Паване Пьо Вайшнаве Пьо Намо Намаха. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадатар Шри Васа Гаура Бхактавринда
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Ом Вишну Падая, Кришна Прештая Бутале, Шри Бхате Бхакти Виданта Свамин Ити Намине, Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади, Пашатья Дешатарине. Много хотелось о чем поговорить по поводу этих текстов. И Ачарьи их очень детально комментируют. Очень много есть интересных моментов, так сказать, человеческого, в кавычках, проявления Кришны. Как вот он очень быстро входил в очень близкие отношения с преданными, несмотря на то, что могли быть трудности, у Кали были временные трудности, как мы сейчас бы сказали, на пути его преданного служения. Несколько Каль пришлось пожить таким оскорбителем вайшнавов. Вот. И вот тут в какие-то за несколько часов ситуация совершенно изменилась. И вот Кришна уже с ним ведет себя очень близко, как здесь говорится в комментарии, человеческие качества Кришна проявлял, он схитрил немножко, он подбросил камень к уступку зачем-то в сокровищницу Кали, что вот они ему вернули опять, но уже каких подарок. Вишнавачарья Такур здесь не цитируется, но в своих комментариях он описывает даже, что диалог произошел между Кришной и Кали. Кали с такой великой радостью, преисполнился великой радостью что-то сделать для Кришны, значит, удовлетворить его, представляете? Еще несколько часов назад он готов был его уничтожить. И тут реальное чувство радости. В прошлом тексте говорилось, что Кали преисполнился чувство радости, чтобы вот сделать подношение Кришне. С радостью. Вот мы мечтаем как вот так вот с радостью служить Кришне. Как мечта каждого из нас. Не просто что-то сделать для него, вот именно с радостью. И Кали уже был переполнен этой радостью. И он говорит, я хочу вот сандаловую пасту, твое тело все покрыть, я хочу это, я хочу это. И Кришна ему как вот просто отвечает, так это же займет много времени. Говорит, да ты ничего, не торопись, вот присядь тут, вот Калия говорит, говорил его и сделал вот это подношение. И Кришна не мог никуда деться от премы, которая исходила из сердца Кали. Чудеса, чудеса. И тут есть, главный момент, о чем все-таки мне хочется поговорить, это вот это могущество, которое приходит, когда живое существо непосредственно приходит в контакт с Кришной, с Верховной Личностью Бога. Я уже много раз рассказывал, что в свое время очень сильное впечатление произвели лекции Радхи Говинды Махараджи на меня. Это было во Вриндаване. Представьте, до Картики, за неделю до Картики была саптага по 10-й песне. Шриман Бхагаватам, и вот как раз Радха Говинда Махарадж рассказывал о убийстве демона Акасуры, и мы знаем вот это чудо, что с Акасурой случилось, что его убил Кришна, и после этого Акасура он оказался на Вайкунхе, получил духовное тело, и Радха Говинда Махарадж тоже много времени уделил, чтобы описать вот это чудо, потому что многие ученые, вайшнавы, они смущены. Ну как так? Такой негодяй, Акасура, то есть в его биографии ни одного хорошего поступка. Одни страшные грехи. Никогда, нигде, ничего хорошего не совершили. Тут, вдруг, на Вайкунху. Ни за что. Ну как такое может быть? Где пределы вообще милости Господа? Как это понять? И вот вывод такой.
единственное таково могущество личного контакта живого существа с Верховной Личностью Бога. И эта тема достойна пристального изучения. Достаточно войти в непосредственный контакт с Кришной, и все сжигается, все последствия грехов и последствия даже всех оскорблений. Таково могущество. И о чем вы думаете, Радха Говинда Махарадж говорил, перешел, на какую тему для нас важно, как это нас касается? На то, чтобы мы поняли когда-нибудь, что когда мы повторяем святое имя Кришны, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, мы имеем дело лично с Кришной. Буквально так же, как Калия имел дело лично с Кришной, как Асура вошел в личный контакт непосредственно с Кришной, так и мы, получая вот эту намарупу, Кришна-аватар, по милости Господа Читания, мы получаем Кришну. И мы сталкиваемся с великим чудом, великой трансформацией в сердце, которую мы можем получить от соприкосновения со святым именем. И ровно насколько мы соприкасаемся с ним реально, мы начинаем чувствовать вот это чудо превращения. Почему я подумал, что нужно еще обязательно об этом вспомнить и обсудить могущество святого имени, потому что одна из сторон вот этого удивительного явления, как марафон Шрилы Прабхупады, это то, что марафон, он в высшем смысле, в одном из высших смыслов, предназначен для того, чтобы усилить контакт преданных именно со святым именем. Ну, эту сторону мы не сразу говорим, но она есть, и она присутствует. Ну, в основе своей, что делал Шрила Прабхупада, распространяя это движение сознания Кришны. Своих искренних учеников он ставил в серьезные ситуации, потому что опытный духовный учитель Ачарья знает, что нужно не просто соприкоснуть живое существо со святым именем. Нужно сделать этот контакт тесным и очень-очень интенсивным, как, допустим, с тем же Акасурой. Он же не просто как-то с Кришной соприкоснулся. Кришна его убил. Вот чем был контакт. То есть там был предельный разговор, понимаете? Вот Кришна так вошел в его жизнь, что он вынужден был его видеть в последние моменты своей жизни. Это серьезный контакт. Ну как, вот мы сейчас встречаемся друг с другом, да, буквально между нами может быть метр, мы общаемся. Ну и кажется, контакт же непосредственный, но нет, это контакт в суете. Это контакт, он не проявляет наше бытие с полной силой. Нет такой ситуации. Вот если бы мы с вами оказались, образно говоря, в разведке, например, и я вот знаю, что если вы меня подведете, то я погибну, у нас был бы другой контакт личный. Ну, например. Или как же вот сейчас с Калием? Это был не просто тесный контакт с Кришной. Кришна его буквально убивал. То есть он буквально танцевал на его головах, и ему было... То есть его жизненная сила была очень сконцентрирована на стопах Кришны. Потому что это было больно. Это очень затрагивало его сферу переживания, так сказать, его сердце. И вот в чем смысл контакта. То есть речь идет не о физическом контакте с Кришной, а о том, как мы переживаем Святое Имя. В каких обстоятельствах жизни, в каком состоянии бытия. И вот каждый опытный преданный, который распространял книги, особенно марафон, он знает, что марафон – это такая особая милость Шрилы Прабхупады,
Когда мы поставлены в такую ситуацию, что нам больше некому обратиться, кроме как к святому имени. Это такая сюжетная вещь, марафон Шрилы Прабхупады. Это не просто какая-то героика, да, такая, знаете, что, какое-то победоносное шествие, распространение книг. Нет, это всегда сопровождается какими-то серьезными трудностями. Ну, поделюсь для красного словца. Одна трудность была подобного рода. Вот очень ярко проявилась в моем опыте. Это было марафон 90 какого-то там, или 4-го, или 5-го года. Тюменский храм процветает. Представьте, там целый пионерский лагерь арендует. Целый пионерский лагерь. В храме живут 80 человек. Парк автомобилей, машин 20, я думаю. Несколько джипов. Вот такая, знаете, армия такая серьезная, санкиртаны. Лидер санкиртаны, распространение книг, никто иной, как сам Девавандия Прабу. С серьезной командой. Он на первом, так сказать, броневике, на первом японском джипе. Никогда не забуду. Такой величественного вида. И вот вся эта громада едет покорять север Тюменской области. Тогда Тюменский храм, он как бы, ну, серьезную ставку делал на марафон, он занимал одни из призовых мест, несмотря на то, что был средний храм, но распространяли где-то столько же, сколько Москва, там и Киев. Почему? Потому что север Тюменской области люди, ну, почти каждый второй мог взять по комплекту. То есть очень много книг уходило на север Тюменской области. И вот команда санкиртаны приезжает, значит, в один из городов, уже не помню, то ли это был Сургут, то ли Нижневартовск, может, Ноябрьск. Факт тот, что, ну, такой запал, представьте себе, ну, то есть ожидания были, что будут книги распространяться в большом количестве, и каждый час был на счету, то есть была очень серьезная медитация. Все были очень серьезно организованы, настроены очень решительно, по-боевому. И тут в первый же день практически все, вот представьте, там было несколько машин, ну, может быть, три машины, и три машины в первый же день ломаются. Представьте, в самом начале вот такой запал, что все, ну, знаете, вот все, ну, как старт дан, выстрелил пистолет, все готовы ринуться, и тут все машины, там одна что там в аварию попала, другая, не знаю, там что-то еще, все, и Девавандия, он вынужден был 2 или 3 дня, это в разгар марафона, это вот первый вот рывок, вот это очень важно, начать правильно, начать очень активно. И вот в первые дни декабря он сидит в комнате и не может ничего делать. Все планы рухнули. И вот он очень реализованно рассказывал, как он не мог никому обратиться, только к святому имени. То есть 3 дня он сидел и просто со слезами повторял святые имена, читал книги Шрилы Прабхупады и понимал, только Кришна ему поможет. Никто. Все разводили руками. Такие ставки, там Москва смотрит, как там у Девавандия. Получится Нирдеша Вапу, если кто-то знает, великий распространитель книг, чемпион мира был, тоже озадачен, как так могло такое произойти. Ну, трудно описать эту картину. Искон 90-х весь держался на распространении книг. И вот декабрь – это кульминация. Вот представьте, и такой прокол в самом начале. И что вы думаете? Потом, ну, все машины были, конечно, починены, все выехали на марафон, достигли огромных результатов, там было, ну, фейерверк, там было очень много распространил книг, несколько вагонов, по-моему. И конец марафона, Тюмень хорошо себя проявила, то есть все закончилось успешно, и Девавандия делится реализацией, говорит, какой был самый успешный день на марафон. И он не рассказывал о том, как он ездил по предприятиям, записывал, как сотни комплектов уходило. Он рассказал об этих 2 днях. Он рассказал, какое блаженство он ощутил,
в эти два дня, когда он остался один на один со святым именем в этой критической ситуации. Вот это то, что он вынес из этого марафона. И это абсолютно истина. Это то, что мы должны вынести из служения духовному учителю. Мы должны вынести глубокую веру в то, что святое имя – это сам Верховный Господь. У нас есть замечательный пример Амбариша Махараджа. Он всю жизнь отдал распространению книг. И он щедро делится тем, что он получил. Он говорит о славе святого имени. Он постоянно погружен в святые имена. Постоянно погружен в катху. Это награда за глубокое, сосредоточенное, сокровенное служение духовному учителю. Также Прабхупада и настраивал нас, когда советовал повторять Хари Кришна мантру. Он давал очень много технических наставлений, конечно. Он говорил о том, что нужно прилагать огромные усилия в эти утренние часы, когда мы повторяем святые имена, свои 16 кругов на четках. И буквально он говорил, что если вы выиграете джапу, он говорил, если вы победите свой ум и услышите святое имя, день будет удачный. Если вы проиграете своему уму в джапе, день будет неудачный. Он прямо связывал успех нашего служения с силой вот этого контакта со святым именем. И в конечном итоге Прабхупада говорил, но вы сможете услышать святое имя, войти в контакт со святым именем, ровно насколько нас сколько вы преданы наставлениям своего духовного учителя. Это марафон. Марафон – это кульминация нашей преданности основателю Ачарьи. И каждый преданный, который попытается совершить усилия, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду в этот месяц, он будет вынужден зависеть от воспевания, интенсивного воспевания святого имени, потому что без милости святого имени, вот без этой глубокой связи со святым именем, невозможно ничего сделать серьезного в марафоне Шрилы Прабхупады в распространении книг. Это чудо, то, что должно произойти. Это только Кришна может устроить, организовать, чтобы книги распространились в большом количестве. И преданные поставлены в эти условия, он будет очень интенсивно обращаться к святому имени и чувствовать, как святое имя глубоко входит в его сердце и разрушает вот эти двойственные, иллюзорные представления о духовной жизни, в том числе о святом имени. Что нам говорит Падма Пурана о святом имени? Нама Чинтамани Кришна, то есть святое имя – это Чинтамани, это философский камень, то есть святое имя превращает все неблагоприятное в самое ценное. Так вот, подобно тому, как философский камень, любое железо ржавое может превратить в золото. Святое имя просто при соприкосновении. Оно трансформирует любое оскверненное сердце. Почему? Потому что нитья мукта, оно вне материального мира, оно вечно освобожденное. Оно абсолютно пурна шутха, оно полностью чисто. То есть, говорится, как солнце, оно очищает даже испражнения. Такова сила энергии солнца, чистоты его. Это подобно яркому пламени, оно сжигает все неблагоприятное в нашем сердце. Почему? Чайтанья раса виграха – это форма расы. Расы – не какой-то расы, а расы самой Верховной Личности Бога. Это Кришна, как раса Радж. Он присутствует, все эти расы. Такая форма всех рас Вриндавана, представьте, форма в звуке. Там все в этой мантре. Там сам Кришна, там Радхарани, там сама према. Между Радхарани и Кришной. Там все спутники. Там Баларама. Там река Ямуна. Там Гирирадж Махарадж. И там вот Рама, Рама, Харе, Харе. Там
в итоге там вирахабхава, вот эта любовь в разлуке, вообще непостижимая вещь, это все в мантре, все в этих удивительных звуках святых имен. Пхинатвах нама намино. Вот это вот, что нет никакой разницы между святым именем Кришны и тем, кого он обозначает. Вот Падмапурана дает нам знание и веру в то, что получая святое имя, как нама рупу, имя Господа, мы приходим непосредственно в контакт с Верховной Личностью Бога и получаем великий шанс полностью очиститься, и быстро очиститься, и не только очиститься, а полностью пробудить нашу спящую, дремлющую Кришна-прему, без которой жизнь не в жизни. Без Кришна-премы мы никогда не будем по-настоящему счастливы. Никогда. Вот эту потребность мы должны осознать, очень глубоко осознать, потому что именно осознание вот этой потребности мы поймем, что Хари Кришна – это не материальные звуки. Невозможно повторить святое имя просто этим языком. Невозможно. Подлинное святое имя в другом. Подлинное святое имя должно не зайти, его нужно звать. Если мы не будем звать отчаянно святое имя, оно не проявится. Мало просто повторять слоги. Бхактисиддханта Сарасвати об этом говорит. Я вот сейчас вам зачитаю вот специально, потому что шакти, которая дает Бхактисиддханта Сарасвати, оно разрушает все невежество вообще. Это удивительная, удивительная личность. Так. Это объяснение Махамантры, которое дает Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Самое важное повторение святого имени – это духовное сознание, которое подкрепляет наше повторение. Вот благодаря этому сознанию вы будете повторять настоящее имя. Бхактисиддханта Сарасвати, вот он, да, часто говорил, что вот есть настоящее имя, и Бхактисиддханта Такур об этом говорит, а есть буква алфавита просто. Но это Бхактисиддханта Такур говорит, что святое имя может быть буквами алфавита. Вот марафон в том числе предназначен для того, чтобы буквы алфавита превратились в Кришна-прему. Вот это вот интенсив служения Шри Прабхупаде во время марафона также предназначен, что произошло вот это великое превращение, что мы соприкоснулись с настоящим именем Кришны. Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, да, что святое имя Кришны можно повторять, может повторять даже магнитофон. Вот. Магнитофон, видимо, уже был во времена Бхактисиддханты Сарасвати, ну, если верить переводу. Как попугай. Да, но материальный звук – это не Кришна. В его основе должна лежать духовная, обладающая сознанием истина. Вы не можете схватить святое имя, просто произнося звук святого имени языком. Равана тоже хотел похитить Ситу, да, и он даже думал, что ему удалось, да. Равана общался с Ситой много раз, прямо видел ее на Ланке, отвел ее место в Ашоковом саду, злился на нее, радовался ей. Сита очень вдохновляла Равану. Но он не имел... На самом деле, даршана, ситы, он не с ситой имел дело, это была иллюзорная сита, представьте. На самом деле, Бхактисиддханта Сарасвати говорит, он даже не прикоснулся к ее божественному телу, хотя внешне выглядело, что он взял ее за руку и украл, ее, похитил, за руку ее взял, принес на свой корабль воздушный, привез на Ланку, все иллюзия. На самом деле он даже не прикоснулся к ее божественному телу. Равана схватил только мирское подобие Сита-деви, подделку, схожую с изваянием Ситы. Вот. И будет очень печально, если мы, получив доступ к святому имени, всю жизнь будем дело иметь только с мирским подобием.
Вот зачем нам нужны марафоны. Чтобы проявить, чтобы для нас это имя перестало быть просто какой-то внешней иллюзорной формой, чтобы мы увидели, что за святым именем стоит сам Господь. И Бхактисиддханта Сарасвати продолжает. Невозможно произнести святое имя, просто шевеля губами, языком. Чистое имя Кришны произносится не губами, а в глубине сердца. Так выражается Ачарья. Вот есть глубина сердца, там губ нету, языка нету в глубине сердца. Но именно там идет вот этот контакт, который мы сейчас пытаемся прославить. Смотрите еще раз, то есть Калия имел внешний вроде бы контакт с Кришной, да, то есть Кришна буквально своими стопами извне танцевал на его клобуках, его тела, да, нанося очень сокрушительные удары, болезненные, но контакт с Кришной произошел в сердце, трансформация произошла в сердце. В конечном счете, это я уже опять цитирую Бхактисиддханту Сарасвати. Святое имя, чистое, оно даже выходит за пределы сердца и достигает царства Кришны. То есть сначала контакт происходит в нашем сердце, наше сердце пробуждается святому имени. Мы начинаем чувствовать, как наши чувства духовные пробудились благодаря контакту с чистым святым именем. И вот там только начало. Истинная инициация вот там. Наши духовные чувства пробуждаются, мы начинаем чувствовать, что святое имя Кришны – это Он и есть. И вот тогда вот этот контакт или связь со святым именем, они начинают выходить даже за пределы нашего сердца и достигают царства Кришны. Как Рупа Госвами дает вот этот образ биджи, семени, из которого вырастает замечательное дерево. И это дерево, оно достигает Галоки Вриндавана. Где? В сердце. То есть оно начинается в сердце и выходит из сердца и достигает духовных планет, в конце концов, Галоки Вриндавана. То есть пробивает все оболочки, которые обуславливают нас в этом мире. Когда, опять, продолжение Бхактисиддханты Сарасвати. Когда Кришна являет себя, имя пронизывает сердце. И движет губами и языком. Вот она трансформация, о которой мы мечтаем. Не чтобы мы тренировали губы и язык, повторяя святое имя, а чтобы святое имя, войдя в наше сердце, начало властвовать в нашей жизни. И чтобы под влиянием именно святого имени зашевелились губы и начал произносить святые имена наш язык. Чувствуете? Поворот должен случиться на 180 градусов. Не ложное эго должно повторять святое имя. А святое имя должно использовать наше тело для того, чтобы прославлять святое имя. Вот это духовный процесс. Вот такой звук и есть святое имя Кришны, говорит Бхактисиддханта Сарасвати. Когда Кришна в образе звука нисходит из трансцендентного мира в наше сердце, а из сердца, подчиняя своему влиянию каждую клеточку нервной системы, говорит Бхактисиддханта Сарасвати, касается губ и языка и начинает там свой танец, вот это говорит Кришна нам. Вот. И этот звук не создается на материальном уровне. Это духовный звук, который нисходит в мир материи. Он может не зайти, но нам попасть туда, откуда он не сходит, не так-то просто. Святое имя раскрывает себя только, когда мы обращаемся к нему с очень сильным желанием служить. Вот цена контакта, да? Сильное желание служить. В этом случае сам Кришна, привлеченный нашим кротким нравом, возможно, не зайдет по своей милости. Вот на что мы уповаем. И марафон – идеальное время для того, чтобы проникнуться вот этим желанием, удовлетворить Шрилу Прабхупаду и сделать вот это невозможное. Вот эти книги каким-то образом должны проникнуть в это общество,
людям, страдающим в, сейчас, вот, в наше время, в нашей вот этой искаженной проблемами цивилизации, ну, много можно эпитетов прилагать, но мы должны проникнуться вот этим критическим, бедственным, непоправимым уже может казаться положением людей сейчас во внешнем обществе. И как им дать святое имя, как им дать книги Прабхупады. Вот если с таким сильным желанием мы будем воспевать святые имена, мы можем понять, как могущественно святое имя, как оно преображает нас, как оно дает веру великую Кришну, святое имя, духовного учителя. И в конце концов, какие чудеса он может делать на внешнем уровне, если мы просто предадимся этой силе святого имени, сладкой власти, как говорил тоже Бхактивинод Такур. Эта власть святого имени, она очень сладкая. И мы очень хотим ей подчиниться. Нужно желание. А для желания нужно наставление духовного учителя. Что еще можно сказать? Да, я вспомнил. Недавно уже совсем читаю Чаран Прабу. Вспоминал, да, как вот, каков был дух преданных. Вот эти первые годы распространения сознания Кришны в России, тоже в очень тяжелых условиях. То есть сознание Кришны прямо преследовалось государственной властью. Преданные, ну, как были, ну, буквально в подполье. Чтобы просто встретиться друг с другом и спеть киртан, нужно было преодолевать большие препятствия. И были разные настроения, было разное состояние. И читая Чаран Прабу, говорит, как нас воспитывали в этих условиях. Воспитывали очень просто. Если ты не испытываешь вот этой радости от сознания Кришны, если тебя начинает одолевать страх или какое-то сомнение, единственная причина – ты плохо сегодня повторил джапу. Вот буквально недавно он вспоминал, тоже, может, несколько недель. Каждый знал, если кто-то там приходил, начинал жаловаться, ну, даже не жаловаться, просто не был в приподнятом настроении, сразу был вопрос, или прямой, или не мой. Ты сегодня хорошо повторил мантру? 16 кругов повторил? Повторил. Иди повторяй еще раз 16 кругов. Ты не повторил 16 кругов. Вот такой был настроение. Какая проблема? Вся проблема от того, что ты не повторил мантру. Вот такое было настроение. И это была правда. Вспоминаю читание Чаран Прабу. Так это и было. И это действительно истина. У нас сейчас очень много есть возможностей заботиться друг о друге. Верно, да? Очень много есть разных. Целый спектр услуг вайшнавам сейчас есть. Разных. Это нормально. Посоветовать что-то в семье, привести в гармонию свою дхарму, в социуме, в семье и так далее. Это все правильно. Но на самом деле, когда-нибудь очень важно вспомнить, что вся проблема не в семье, не в обществе, и не в здоровье, ни в чем. Проблема в том, что я плохо сегодня прочитал свои 16 кругов. Вот мы как-то должны в какой-то момент тоже утвердиться в этом простом понимании, потому что это абсолютно истина. Если мы хорошо читаем джапу, через Кришну мы получаем ответы на все свои вопросы, мы получаем вдохновение в любых трудностях, просто сосредоточившись на святом имени. Да, и тоже читая Чаран Прабу, он любит историю приводить, детскую. Ну ладно, приведу тоже детскую историю. Так, уже без 10:09. Сейчас, наверное, эту историю и все. Ребенок, он такой, знаете, дети, они так настроены так, по-веселому. Для них быть счастливым – это значит веселиться.
такой дух развлечения. Вот в Кали-Юге это вот есть такое вот настроение общее, общее цивилизационное, так сказать. Общая бхава здесь развлекаться. И даже когда люди практикуют духовную жизнь, они тоже в духе развлечения это делают. Вот эта бхава, она очень мешает, конечно, нам на пути практики преданного служения. Но так или иначе, история об этом, сказочка такая, да, что вот был ребеночек, вот он там развлекался там с какими-то игрушками, не знаю с чем, а его родители, они рядом занимались делом, трудом, они там на земле что-то делали, то ли пахали, то ли собирали урожай, не знаю, неважно это. И он скучал там один, поэтому пришла в голову веселая мысль, спровоцировать, что на него волки напали. Тогда родители все бросят, ну и побегут его спасать. Вот, и он начал кричать: «Волк! Волк!» Ну и понятно, родители услышали, ребенок зовет на помощь, они тут же все бросили, прибежали. Говорит: «Я пошутил, мне просто скучно, никакого волка нет». Ну ладно, пошли опять работать. И тут через несколько минут опять: «Волк, волк!» Опять родители испугались, опять вернулись. Ну, на всякий случай, мало ли чего. Так происходило несколько раз. Да? И в какой-то момент на самом деле вышел волк. И ребенок истошно закричал: «Волк, волк!» Но родители подумали: да он опять веселится. Что к нему ходить? Вот эта история описывает, да, волк съел ребенка. Вот такой печальный конец. И как это касается аналогии с воспеванием? Что в какой-то момент нам будет казаться, что Кришна не приходит к нам, когда мы воспеваем святое имя. Что вот эта пхинатват нам, она минох, что он не отличен от своего святого имени. Это какая-то теория. Я это не чувствую. И вот эта трагедия, вот тут майя может нас съесть окончательно. Если даже со святым именем у нас нет такого контакта, чтобы мы чувствовали парашанубхаву, вот это присутствие Господа, то что тогда нам поможет? Это же Кришна аватар. У нас нет другого способа соприкоснуться с Кришной, почувствовать его присутствие. Поэтому вот притча о нас. У нас есть склонность играться со святым именем, играться с божествами, играться со Шрилой Прабхупадой, играть в марафон, играть в общину, играть в советы. Ну как вот, это же весело. Вот люди целая организация, целое государство строят и играют в президентов, заметили? В войнушку там играют. До них не доходит, что тысячи людей гибнут. Они просто играют тут в выборы там, я не знаю. Представьте, какой кошмар. Обратите внимание на их настроение. Они серьезно не воспринимают свою ответственность. Это дух Кали-Юги. И мы тоже можем, ну, мы заложники вот этого настроения. Ну, в Падма-Пуране написано, что Кришна не отличен от своего святого имени. Очень весело. Ну, да, хороший шанс. Но чувствуете, какое настроение? Вот, поэтому нужно... наставление духовного учителя, который как бы он придавливает вот этот дух развлечения. Понимаете? Вот с Прабхупадой не поразвлекаешься. Если вы серьезно примите Прабхупаду, вы поймете, что каждый день нужно быть на Мангаларате, например. Вот. Иначе вы теряете связь. Ну, какая-то садхана должна серьезная быть. И тут не до развлечения. Нужно раньше лечь спать. Понимаете? Нужно контролировать ум и чувства. С преданными тоже не повеселишься долго. Преданные заставляют брать ответственность, следить за своими мыслями, не только за словами. Вот. Они же не случайно такие неудобные. Они, конечно, сладкие, но и неудобные. Почему? Потому что с ними не поразвлекаешься. Это не просто конфеты, которые можно накушаться. Преданным нужно служить. И они очень милостиво показывают, как им служить. То есть контроль всех шести побуждений Рупа Госвами начинает нектар наставления в первом же тексте. Все очень серьезно. И важно почувствовать вот этот нектар серьезного отношения к практике преданного служения. Это вкус определенный. Есть вкус развлечения, а есть вкус к серьезному отношению.
Вот это то, что может дать марафон. Все очень серьезно. Цивилизация на краю самоуничтожения. Очень много знаков. И Прабхупада говорил, только ИСККОН может помочь этому обществу, ну, в период особых испытаний. Вот сейчас что-то такое. Сейчас достаточно все непросто в обществе. И разумные люди видят, что какое-то новое знание должно прийти. Многие, не только мы, говорят, что какая-то новая религия должна проявиться. Какая религия? Если тут все Господь Чайтанья сейчас организует. Все должны воспевать Харе Кришна мантру. Все должны понять потенциал книг Шрилы Прабхупады. Это возможно благодаря молитвам преданных. Не кто-то сможет прославить Прабхупаду. Мы с вами только сможем прославить Прабхупаду. А кто еще? И мы не сможем это сделать просто, как мы пытаемся повторять Харе Кришна каждое утро, но просто на платформе ложного эго. Мы должны призвать Святое Имя. Мы должны понять, вот как преданное я рассказывал историю, что никто нам не поможет распространить Святое Имя, кроме самого Святого Имени. Мы должны показать этот опыт Шаранагати, полное предание Святому. А как еще? Ну, если просто задуматься. Никак по-другому невозможно. Вот. И что в итоге? В итоге не так, что все там будет так вот. Вот я немножко, конечно, сгущаю краски. Оно такие какие-то военные сейчас. Больше такая риторика Бхагавад-гиты. Сражайся, да? Но на самом деле, ну это ж не совсем так. Сразу за Бхагавад-гитой идет за Шримад-Бхагаватом. Это все недалеко друг от друга. И то же Святое Имя, которое проникает в наше сердце через вот отношение вот такой серьезности, ответственности к преданному служению, оно же сразу дает Вриндаван вот эту аманду. Не так, что мы страдаем под давлением милости Шрилы Прабхупады. Нам очень тяжело тут служить в ИСККОН. Вот нет, конечно, не такое вот настроение. То есть тут же это окупается анандой, блаженством. То есть мы входим в эти удивительные расы Вриндавана. Вот, и я еще кое-что зачитаю тогда, раз так разговор пошел. А зачитаю, как Бхактивинода Такур делится своим опытом повторения. Ну, не все, конечно, зачитаю. Сначала Бхактивинода Такур в духе Дайни Бодхика, помните, мы говорили о трех типах молитв. И Бхактивинода Такур, это его молитва Святому Имени, он признается в своей полной дисквалификации, в том, что его сердце заражено множеством анартх. И он делится, прежде что по милости садху и гуру безграничное святое имя вошло в мое истерзанное сердце, он говорит, и пролив бальзам на мои давние раны, оно породило во мне надежду. Вот в таком отчаянии, чувство безвыходности, вот, полной неспособности развиваться духовно, Святое Имя дает вот эту надежду. Как оно дает? Бхактивинода Такур говорит, оно нисходит свыше, будучи благословением Господа. Его источник трансцендентен. Достигнув слуха живого существа, оно проникает в сердце. И, найдя в сердце отклик, Святое Имя Кришны начинает танцевать на языке живого существа. И что происходит дальше? Может показаться, что тело и ум испытывают сильное страдание, но в действительности сердце затапливает божественный нектар. Человек начинает думать, я погрузился в нектарный океан расы, я не понимаю, кто я и где нахожусь, что со мной происходит, может, я схожу с ума, где же мой жизненный опыт, серьезность, рассудительность, где все это? Я нахожусь во власти чужеродной стихии. Я марионетка в руках какой-то огромной, но очень дружелюбной и любящей силы.
Я не понимаю, каким образом я попал под ее влияние, но я очарован. Я погружен в блаженство, какого никогда ранее не испытывал. Я не в силах сопротивляться, я полностью пленен святым именем. Пусть же моя вера отправляется куда угодно, ибо я уже не принадлежу себе. Я пленник нежного и любящего друга. От моей независимости не осталось даже воспоминаний, и я вовсе не жалею об этом. Этот мой друг, он автократ, святое имя, да? Он делает все, что захочет. И поскольку я не могу сопротивляться, я вынужден слушаться его и делать все, что он пожелает. Тем временем я замечаю, что святое имя подобно цветку, источающему сладкий аромат. Оно может менять облик и цвет, завораживая свидетелей этих превращений. Мой друг проявляет себя во всем величии, когда ведет меня во Вриндаван, чтобы показать мне свои враджа лилы с Радхой. Сбылась моя мечта, я оказываюсь его наполненной любовью и сладостью обители. И он говорит: посмотри, это твой дом. Представьте, преданный, святое имя приведет нас в обитель и будет еще говорить: так это твой дом. Здесь. Я думаю, тебе понравится эта тихая обитель. Я вижу, это Бхактивинода Тхакур продолжает, как он обменивается любовными расами с обитателями Вриндавана. Обнаружив эту новую жизнь, я совсем забыл о своем прошлом, то, о чем он мне говорил. То, о чем он мне говорил, это правда, моя истинная жизнь здесь, а моя прошлая материальная жизнь была лишь пустой тратой времени. Я обнаруживаю, что я побежден, и теперь мое самое сокровенное желание таково: пусть все, что несовместимо со святым именем, навсегда исчезнет из этого мира. Пусть каждый узнает о святом имени. Пусть каждый узнает о святом имени. Я готов пожертвовать своей жизнью и уничтожить противостояние, чтобы люди могли без страха и опасений наслаждаться этой полной блаженством жизни. Вот что такое марафон Шрилы Прабхупады. Вот преданный. Вот такая у меня сегодня такое настроение. Вот. Ну и надо какое-то обсуждение обязательно. У нас 9:02, есть еще время. Пожалуйста, преданные, о чем мы поговорим? Харе Кришна, Сёшку Прабху, спасибо за такой настрой мощный, да, преданный. Харе Кришна, всем поклоны. А можно, вот исходя из вашего послания, можно, в принципе, ну, сказать так, что любой, по большому счету, проект, когда мы начинаем, ну, вообще что-либо, мы начинаем совместно с преданными или, скажем, по поручению духовного учителя, то, в принципе, мы вот и должны входить в такое состояние, как марафон Шрилы Прабхупады, и молить святое имя, вот как бы помочь реализовать, ну вот как Деваванди, скажем так, 3 дня со слезами на глазах повторял святое имя, и потом, в принципе, все развернулось. Так же и нам, когда мы берем какую-то ответственность за что-либо, связанную с преданным служением, то мы вот должны войти в это молитвенное состояние и, может быть, даже, не знаю, 2-3 дня молиться, плакать, просить как бы помощи. И когда появляется, ну вот, как это, реализация определенной откровения, только тогда идти действовать. Ну, в принципе, это правильно, но просто практически это не так же происходит. Практически любой проект, в который мы входим, и нам даже дают благословение, это своего рода ловушка. Ну как, сначала подхватывается гудострастие, надежды, мы тут сделаем обязательно, ну как. Но потом обязательно мы попадаем в ловушку. Мы видим, что проект не получается сделать. И вот тогда уж хочешь не хочешь, а придется обратиться. Ну, то есть это естественно так происходит. Вот если мы настроимся так, мы начинаем проект, так, уходим в баджан на 3 дня, ну, вряд ли мы серьезно обратимся к святому имени. У нас тут как бы особой проблемы-то нет пока.
Но вот когда мы примем ответственность, войдем, всем обозначим, что мы тут проект делаем, и столкнемся с ситуацией, когда у нас ничего не получается, вот тогда, да, рекомендуется все оставить, остановиться на время и полностью погрузиться в воспевание. И мы уже вспоминали, Притху Прабу рассказывал историю, мне кажется, вот бесценная история. Он говорил об этом Притху Прабу во Вриндаване на лекции русским преданным. Рассказывал, как Прабхупада указывал именно на этот момент, о котором ты спрашиваешь. Ну, такая бытовая ситуация. Ученик Шрила Прабхупада. Прабхупаде нужно принять лекарство. Ученик открывает там какую-то баночку с аюрведическим лекарством, порошком. И на рану порошок этот присыпает. Ну, или какое-то лекарство там было. Вот. И Прабхупада спрашивает у него: а ты закрыл крышечкой вот эту баночку, в которой было лекарство? Ой, Прабхупада, я забыл. И Прабхупада сразу говорит: в этом ваша болезнь. Вы все начинаете, но не заканчиваете. Это ваша западная болезнь, сказал. А почему вы не заканчиваете? Прабхупада продолжал. А потому что закончить любое дело можно только по милости Кришны. А так как вы в Кришну не верите, когда возникают трудности, вы бросаете. А на самом деле любое дело именно для того, чтобы в какой-то момент мы вот стали перед лицом вот этого факта. Закончить я могу только с помощью Кришны. Потому что Кришна контролирующий. Только Он может все доделывать до конца. Вот в этом смысле хорошо брать ответственность за проекты, но еще лучше иметь осознанность, во что мы входим. Мы готовим себе ловушку, вернее, для нашего ума и ложного эго. В какой-то момент придется признать, что ответственность я взял, а сделать не могу, а уже стыдно, неудобно, безответственно. Кто мне поможет? Только Святое Имя. И вот тогда все будет по-настоящему. Вот, поэтому да, давайте набирать проекты. Без этой ловушки мы не сможем обратиться по-настоящему к Святому Имени, потому что обратиться нужно со слезами на глазах. Вот это цена. Как тот же Горгавинда Махарадж цитирует Ади Пурану. Сейчас вам процитирую. Кришна говорит в Ади Пуране о Раджуне: «Руданти мама сам витхау ахам парикартага». Меня сможет покорить только тот, кто в сердце своем плачет обо мне. В сердце. Руданти. То есть отчаянный плач в сердце. Что без Кришны мы беспомощны. Это факт. Ну, нам нужна ситуация, чтобы вот этот плач состоялся. Нам нужна ситуация. Вот эти проекты, проповедь, вообще миссия Господа. Это есть такая трансцендентная ловушка, процессе выполнения которой мы будем вынуждены очень глубоко зависеть от милости Кришны. Ну что, Саша, ответил? Да, спасибо большое, супер. Я записал себе проект, трудности, молитва, решение, действие. Просто нет бизнес-процесс сформулировать. Да. Любое дело закончить можно только с помощью Кришны, да. Супер. В нашем Екатеринбурге появилась ОПК, отдел подготовки кадров. Кадры куются для милости Господа Чайтаньи. И вот основная квалификация этих кадров, вот то, что сейчас Саша записал, ввязаться в проект, попасть в трудную ситуацию, получить трансцендентное знание, предаться Кришне. Вот, и тогда можно быть выпускником ОПК. Вот кто хочет, приходите. Такое у нас обучение. Как предаваться Кришне. Так, ну у меня тут есть вопросы в чате. От Амала Говинды Прабу. Пожалуйста, Вайдандаваты прими. Хари Кришна, почему здесь говорится, что человеческую форму Кришны Верховный Господь принимает для своих игр? Ведь все наоборот. Ведь ради игр Кришна, ну, казалось бы, принимает человеческую форму.
Вот. Хороший вопрос для общего обсуждения. Итак, говорится, что Кришна принял человеческую форму жизни для игр. Хотя с какой точки зрения? Нет, тут говорится, Верховный Господь, тот, на чьем флаге Гаруда, принял форму Кришны, как бы человеческую форму для своих игр. Что вроде как форма Кришны – это что-то производное от Верховного Господа, который с флагом Гаруды, как бы вечная форма – это Верховный Господь с флагом Гаруды, а форма Кришны – это что-то, ну, специально для игр принятое такое. Вот. Ну, тогда же это, тогда понятно. Ну, то есть понятно, что форма – это нечто, что уже является результатом определенного замысла. Ну, то есть, форма Кришны, она же желание, изначальная. Да? Форма Кришны, она же изначальная. А Верховный Господь, который с флагом Гаруды, она относительная форма. А тут наоборот переворачивается, что как будто бы он принимает форму Кришны, которая временно для игр специально. А вечная форма – это форма Верховного Господа с флагом Гаруды. Нет? Не так правильно? Ну, как, в смысле, как, смысл такой вроде бы в стихе. Так, так, так. Ну, изначально он Гопал. Так а где? Где это? Это в комментарии ты имеешь в виду? Где вот это утверждение? Ну, в стихе, мне кажется. В стихе. А, который, а, это чудо совершилось по милости Верховного Господа, который принял облик обычного человека, чтобы наслаждаться своими играми. Ну, то есть создается впечатление, что изначальная форма приняла облик, да? Угу. Ну, похоже, это ближе к несовершенству русского языка. Я рискну предположить, что само слово «принял», оно вот другой коннотации, как говорят лингвисты. Коннотация, то есть смысловое содержание грамматическое. То есть создается впечатление, что есть какая-то форма изначальная, вот, которая приняла облик обычного человека. Хотя облик обычного человека и есть изначальная форма. И она и как бы существует в, ну, сфере игр. То есть изначальная форма – это раса Радж, Акила Расамрита Мурти. Да? То есть вот эта человеческая форма Кришны, она и существует в игровом бытии. То есть ни в чем другом она вообще не существует. Поэтому я могу только объяснить это ограничениями русского языка. Может быть, у кого-то есть другой ответ? Так, тогда идем дальше. Можно спросить вас слишком про бота читры? О, читра, Хари Кришна, мои поклоны. Поклоны мои, примите. Я вот послушал, и у меня вот вопрос такой образовался. Я вот слышал, что некоторые вайшнавы говорили, они что вот, вот когда мы раньше так действовали, ставили себя в ситуацию, в которую мы будем вынуждены молить искренне святое имя, вот, но и что, и куда это все делать, значит, это, допустим, мы делали неосознанно или, или неправильно. Вопрос в том, что мы перестали так делать, или вот за этими словами что-то другое как бы скрывается, что не хватает, допустим, милости духовного учителя, или, допустим, или еще чего-то, или просто мы это перестали делать на самом деле. Ну, продолжать вот, вот, вот такую практику. Я понял, да. Ну, вот тут, мне кажется, слабый момент именно в том, что мы ставили себя в условия. А ведь мы не ставили в себя условия, мы просто верили в наставление духовного учителя. Ну, да. Он ключевой. И именно вот этот момент нас подводит, когда мы выходим из сферы духовного, из сферы наставления духовного учителя. Ну вот,
как я следую чему-то, получаю результат, и что-то оправдывает мои ожидания, а что-то не оправдывает. И я начинаю думать, что теперь я не буду так вот этому следовать, ну, серьезно, как я следовал раньше. Как будто это действительно от меня зависело. То есть вот этот момент «я действующий», вот он как бы смущает наше сознание. Потому что вот все эти трудности создаем не мы себе, ставя себя в трудную ситуацию, а специально создает духовный учитель как инструмент для того, чтобы нас свести вот в это сближение с Верховной Личностью Бога. Вот это самое главное, что когда мы берем на себя какую-то ответственность, какой-то проект, совершаем какие-то усилия, то решающий момент, что это мы не просто выдумываем эти усилия и решаем там сами поставить себя в трудную ситуацию ответственность. Нет, это делает духовный учитель. И вот нужно позволить ему доделать его дело до конца. Итак, у нас вот этот момент в самом начале, в первом действии, он слабо осознанный. Мы не чувствуем, что нас духовный учитель, да, занимает. Мы думаем, что мы сами якобы тут что-то начинаем делать. То в какой-то момент, когда я, мое, приходит в столкновение с какими-то непредвиденными и неожидаемыми результатами, неожиданными, да, то я думаю, нет, я должен тут разобраться, почему этот духовный учитель меня это просит. Может, это не для меня наставление. Может быть, тут что-то там другое. Может, мне какое-то другое наставление духовного учителя получить. И весь процесс обрывается. То есть, если предположить, что с самого начала мы правильно настроены и позволить духовному учителю не только поставить нас в трудную ситуацию, а привести к логическому результату уже, то есть дать какую-то милость, какой-то прогресс, какую-то новую духовную силу, откровение и так далее, то мы никогда не оставим этот путь. Внешний сценарий будет меняться, а принцип, что я просто слуга, инструмент духовного учителя, останется всегда. И мы всегда будем получать вот этот результат. Пхаву. То есть мы будем получать вот эту парышану пхаву, чувство присутствия Кришны в своем сердце. Вот, вот это отвечает, Читра, на вопрос? Я немножечко не понял. Но нет, вот наша воля-то, допустим, мы, если понимаем, что вот, это вот, вот этот механизм, это созданный духовным учителем для нашего продвижения, для нашего осознания, чтобы ощутить Святое Имя действительно так, что вот войдя в этот механизм, что мы будем, мы знаем, что мы будем предаваться все-все-все вот это, и что Святое Имя, оно как бы, ну это ну, машина для того, чтобы мы могли так ощутить Святое Имя, как бы устройство вот, вот такое. Не, я хотел узнать, что насколько важны, вот, зная все это, решиться туда войти или нет, это зависит от наших усилий или вот все-таки как бы ну потому что вот я спрашивал Сагара Махараджа, он сказал, себя надо поставить в такие усилия, где мы будем вынуждены предаваться, допустим, духовному учителю. Он еще в 90-е, вот, я помню, он так говорил, вот, и ну как бы это зависит от нашей воли, себя именно вот в такие, ну, понимая все это, о чем вы говорили, что вот это специально, это не наше, это вот, если я туда ввяжусь, то это воля духовного учителя, и что да. Это, ну, наши усилия, они что-то зависят, войти туда или не войти, или это свобода выбора наша, вот, и будет именно вот, вот на этом пороге стоять, что мы вот в такую ситуацию входим или нет. Ну вот если мы присмотримся к конкретной нашей жизни, мы увидим, что ну, мы даже не осознаем того момента, как мы оказываемся вот на первых порах в наставлениях духовного учителя. Ну, понятно, по бессознательным каким-то мотивам еще, ну, по каким-то ну, своим мотивам, да. И чисто практически, как правило, проблема сводится в том, что в какой-то момент мы как раз прилагаем усилия, чтобы выйти из этой сферы наставления. Ну, чисто конкретно.
Вот, конкретика такова, что мы обнаруживаем себя, что вот много всего приходится делать. То есть мы уже приняли эти трудности на самом деле. Но, как правило, мы не думали, что так это будет, как мы ожидали. Вот тут мы делаем остановку. Вот то, что вот от нас, какое у нас усилие ожидается, что мы здесь не выйдем из поезда. Помнишь, как в те же 90-е годы говорили, что мы в поезде едем, только не выпрыгивайте на остановках. Или как Ачарья приводит авторитетное сравнение, вот мы в колодце, и нам бросают веревку, чтобы нас вытащить, даже нам ползти не надо по этой веревке. Единственное, что от нас требуется, вот когда веревка есть, и мы хватаемся, да, мы уже хватаемся, это же у нас спасительная веревка. И вот нас начинает тянуть. И когда нас тянут, ну как, руки должны совершать усилия, чтобы держать веревку, у нас может болтать там, да, но мы не должны отпускать веревку. И вот, вот в этом наши усилия, не отпускать. Вот, вот мы пошли в этот процесс, у нас есть Шрила Прабхупада, по милости Шрилы Прабхупады пришел духовный учитель, общество преданных. Вот как правило, наша трудность, что в какой-то момент мы отчуждаемся, мы уходим, ну как-то нам не хватает осознанности оставаться в этом процессе. Все остальное, даже вот то понимание, о котором ты спрашиваешь, вот как предаваться, вот все, вот это приходит в процессе преданного служения. Вот опять не знаю, отвечаю на твой вопрос или нет. Ну, вроде, другими словами, что уже все есть, уже все работает, просто надо следовать как бы вот этому процессу, не оставлять искренних попыток ну, молиться искренне святому имени, как бы пытаться. Ну. Да, и чтобы оставаться, необходимы усилия. И эти усилия будут прежде всего в осознанности. Что мы, нам придется понимать, вот эта веревка, почему веревка, как за нее вообще держаться, откуда эта веревка. Ну, чтобы устоять, просто пока меня тянут, я должен ну, больше освоиться, осознать ту ситуацию, в которую я попал. Ну вот я и хотел спросить, вот это осознание, вот это быть в осознанном состоянии, это же на самом деле очень сильная работа над собой и очень сильное усилие. Я вот и хотел спросить, что вот именно вот эти усилия в осознании, они зависят от нашей, ну вот от меня лично, насколько это мое будет или это как бы это будет милость. Какая-то. Вот, добрались, все, я понял. Вот эти вот усилия, они... Да. Они усилия в том, что мы зависим от милости. Это как вот чешта рупа и пхава рупа, рупа Госвами объясняет. То чешта усилия, но не внешние усилия, а вот то, что мы говорим, что мы... Да, я про это говорю. Да, что мы понимаем как раз, что внешние усилия нам не помогут. Мы понимаем, что нам нужно услышать святое имя. Мы понимаем, что нельзя сбрасывать ответственность перед духовным учителем. Вот эти усилия, они внутренние. И благодаря тому, что мы просто выстояли, мы получаем милость. В какой форме эта милость приходит? В форме осознанности. То есть вот эта вот осознанность – это результат милости. То есть нас делают осознанными. Мы не можем пробиться в сфере осознанности. То есть с нас снимают покрывало вот это видение, невежество. А наши усилия только в том, чтобы ну, не уходить из этой ситуации. Вот, вот, ну, вот 16 кругов есть, надо повторять как можно внимательнее. Да? Это же усилие. Но не так, что благодаря тому, что я делаю эти усилия, придет осознанность. Это тоже ошибка. Благодаря моим усилиям осознанность не придет. Осознанность придет по милости Кришны. Но я должен выполнить... Ну, свое дело, свое служение. Ну, или другими словами, как я вот сейчас понял, что, допустим, я от себя должен приложить все усилия, а, ну, чтобы вот повторить святое имя, допустим, да? Потому что я, вот у меня были опыты вашими, я повторял и очень, ну, как бы пытался очень сильно, как бы, ну, концентрироваться, вот, культивируя вот этот дух служения, ну, вот,
когда повторяешь, очень внимательно, очень четко повторять. Ну, это несколько опытов было, я не знаю, я вот и хотел спросить, что это было. Это было правильно, вот, умонастроение или нет? И в какой-то момент человек, ну, ты как бы понимаешь, ну, не то, что понимаешь, а... Ну, чувствовался контакт с Кришной, но это такими усилиями совершалось. И вот мне хотелось бы понять, это что же были усилия, что вот я прям пытался медитировать, что я должен повторять, быть, ну, в настроении, тринатописуничина, вот как бы, ну, медитировать на то, что в течение дня, допустим, что не подадут меня, не скажут мне сделать, допустим, да, то я и готов буду сделать с радостью, допустим. Вот это правильная культивация, вот это и есть вот эти как бы, ну, усилия, но результат он как бы от меня не зависит, Кришна откроет меня или нет, или вот это было что-то неправильное, вот, мне интересно вот этот момент. Ну вот сейчас я подумал, может вот как раз аналогия с марафоном поможет, вот смотри, даже вот та ситуация, да, Деванди оказался, да, вот в этой ситуации, все машины сломаны, распространять невозможно по намеченному плану. И вот смотри, он же мог вернуться, он мог оставить марафон. Вот единственное, что от него требовалось, это просто остаться. Вот уже было же все организовано, квартира там была снята, там все уже организовано. Но делать невозможно, вот так вот обстоятельства распорядились. И вот что он сделал? На самом деле он ничего не сделал, он просто остался. И вот даже для этого нужно было усилие. Но я просто хочу подчеркнуть, что вот это вот чешта, вот это внутреннее усилие, это на самом деле просто, что мы всегда остаемся по отношению к наставлениям духовного учителя, всегда остаемся преданными. То есть мы не снимаем с себя ответственность. Допустим, иногда может быть трудно даже повторять 16 кругов или следовать 4 принципам. Но в чем будет чешта? В чем будет усилие? Все равно, я считаю, это ценно. Вот то, что нужно следовать 4 принципа, все равно я считаю, что им нужно следовать. Хотя у меня не получается. У меня тут комплекс неполноценности от этого. Я уже себя не могу уважать. Но мое усилие в чем? Что несмотря на все это, я говорю, 4 принципа – это важно. 16 кругов – это важно. Вот. И само по себе вот это настроение – тоже привлекает милость. То есть мы становимся более могущественными, более духовно сильными. Ну, то есть получаем милость. Ну, спасибо большое. Так. Ну, если в зале вопросов нет, могу еще из чата вопросы почитать. Так, кто у нас? Каруна Гаури Матаджи. Как развить веру в повторение святого имени и желание служить? Вроде бы, когда слушаю о святом имени или читаю, чувствую вдохновение, но в момент, когда беру в руки четкие, ум через очень короткое время теряет этот настрой. И похоже, что вообще никогда не повторял то имя, только алфавит. И в сердце на самом деле нет желания служить, и нет поэтому искренней молитвы, нет связи со святым именем. Ну вот, вопрос, надеюсь, понятен. Он такой, ну, многие преданные, наверное, могут присоединиться к этому вопросу. Вот давайте вместе ответим. У меня такое чувство, что это не очень правильно в такой аудитории, мне все время самому делиться своим опытом. Вот Амала Говинда у нас уже покинула аудиторию или не покинул все-таки? Как бы ты ответил на вопрос Каруна Гауди, например? Я уже выступал тут. 82 человека, может, кому-нибудь. А что-то Граджу вижу. Вайшнава Нандаму Прабу вижу. Мои почтительнейшие поклоны. Может, вы нас спасете? Кришна, поклоны мои примите. Да, вы шутите, как обычно, спасать, но... Ну что, я могу сказать, кое-что повторить только, что... Это господчитание говорит. Асад Сангатьяга, Вайшнафача. То есть все сложности наши – это Асад Санга. Ну,
она есть постоянно, она глубоко, она крючками держится в нашем сердце, это сатсанга. И как-то эти крючки надо сбросить, то есть надо сделать так, чтобы они отцепились. На самом деле это даже мы ее держим, но в чем причина, почему мы за нее держимся? Потому что нет сатсанги. Если нет настоящей сатсанги, то сатсанга все равно будет нас стягивать. Даже на какое-то мгновение, вот как вот, ну, она рассказывает, Мададжи, что бывают такие, ну, проблески, да? Значит, чуть-чуть это сатсанги получили, но потом снова это захлёстывает сатсанга. И поэтому надо держаться за сатсангу. Никогда не надо отпускаться. А для этого надо развивать отношения. Если мы не развеем отношения с сад, у нас будет отношение с сад. Вот, поэтому надо развивать отношения с настоящими преданными. Ну, вы все это лучше знаете, это я просто... Ну... Ответ, Вайшнавананд, вот видишь, ну сейчас я забыл об этом, а вот ты дал совершенный ответ. Вот так да работает. Ладно. Кришна. Ладно, Хари Кришна. Джай, Алибола. Так, Корона Гаури, вы удовлетворены или еще спросим? Еще спросим. Потому что вроде бы есть вот это понимание и важности санги, и отношения с преданными развиваются, то есть видно, что происходит какая-то трансформация. Но вот, ну, может быть, пока что не так глубоко, но видно, что как бы вот идет процесс. Но все равно вот не хватает какой-то вот именно внутренней, что ли, решимости, вот веры вот этой в святое имя, что вот именно вот это самое главное. Знаете, я думаю, вот это что-то Грашна может помочь. Вот в этой стабильности ему нет равных. Вот, вот чувствую, вот как честно, что-то Грашна. Хари Кришна, но нет, я как-то очень неуверенно себя чувствую, и то, что вот сказал Вайшнавананда Прабху, мне очень понравилось и очень откликается в сердце. И, ну, прошу прощения, Корона Гаури, мне пока нечего добавить вот к тому, что Вайшнавананда Прабху сказал. Ну, может быть, ты добавишь, как у нас, вот в нашем семейном, так сказать, быту проявляется сатсанга, что мы даже в обществе преданных вот можем ослаблять вот свою связь со святым именем. Ну, то, что Корона Гаури имеет в виду, что вроде же везде сатсанга, ну, вроде же все, все нормально. Нет сатсанги, казалось бы. Я бы попытался бы так сказать, что у нас, да, есть эти вот попытки. Вот мне как-то пришло такое понимание буквально вчера, что чтобы развивать какие-то отношения по-настоящему, настоящие отношения, не основанные на каком-то внешнем, внешней гармонии каких-то тел, каких-то материальных природ, гуны кармы и так далее, то нам надо в какой-то момент остановиться и как бы начать делать все правильно, все делать сначала и делать это правильно. То есть делать это там, ну, вот как бы с азов, то есть начиная с вайшнавского этикета, вот все, несмотря на то, что, казалось бы, у нас, ну вот уже вроде есть какие-то отношения, и все как бы тут хорошо, и как вот приятно находиться в обществе преданных, но у меня вот такое понимание, что в какой-то момент мы придем к тому, что, ну, это все... как бы, ну, вот как прозвучало в лекции, это вот все радость.
ну как сказать, повеселиться в обществе преданных. Харибол, харибол, ну и вот, и все классно. Вот, а в какой-то момент мне так кажется, что нужно будет вот остановиться вот в движении в этом направлении. То есть это не означает как бы выйти из процесса, там, это не означает ну, перестать повторять мантру и так далее. А вот это означает именно, что пересмотреть, как бы поменять вот свое отношение и начать строить отношения с самого начала и делать это правильно. Не знаю, насколько мне удалось ответить. Спасибо большое, Чутаграджи. Вот Балаговина еще у нас. А, можно все-таки тоже вдохновился. Вот это то, что Чутаграджи примерно говорил, у меня была похожая попытка услышать святое имя, как-то что-то поменять, повторение святого имени. И ну, вот, реализация была такая, что у нас мы много знаем, много слышим про святое имя, про то, как надо настраиваться, как надо представлять святое имя, что святое имя не отлично от Кришны. И вот нам нужна эта вера для того, чтобы повторять внимательно и без оскорблений, чисто повторять святое имя. И вот эти все обременения, которые у нас в голове сидят по поводу повторения святого имени, они, ну, то есть как бы, они нам мешают, потому что они все идут через призму нашего вот этого вот, ну, ложного эго. Вот. Нам кажется, что мы понимаем, что такое святое имя, но мы не понимаем на самом деле. Поэтому сам по себе подход, как бы, он слишком амбициозен для нашего уровня. Вот. И попытка была в чем? В том, чтобы начать повторять Намакшара, да, вот это называется, алфавит. То есть я просто повторяю слова. Вот, оставьте меня, пожалуйста, в покое. То есть у меня нет никаких претензий на то, что я сейчас повторяю святое имя, что оно, ну, как бы там, просто мой духовный учитель, в которого я верю, Шрила Прабхупада, Господь Чайтанья. Вот, вот в них у меня нет сомнений, что, что они не чудили, они просто, то есть они говорили истину. Да? Вот. И вот с верой в слова духовного учителя я повторяю, потому что он сказал, что если я буду повторять, то он будет удовлетворен, что он будет счастлив, и все будут счастливы. И повторяю то, что могу. А вот реально то, что я могу повторять слова, за которыми я даже не претендую, чтобы за ними что-то еще стояло. И вот эта вот вера, то есть мы, на этом уровне ты повторяешь с верой, то есть ты как бы как почтальон, который просто передает посылку, ничего от себя не добавляя и не убавляя. И это какой-то получается, ну, как бы более-менее настоящий уровень твой. И благодаря тому, что это твой уровень, ну, как бы настоящий, то есть ты находишь, в чем вера-то есть. Ну, вот вера, если есть вера в духовного учителя, ты повторяешь, потому что он сказал. И это уже повторение с верой получается. И, ну, то есть я почувствовал, что это бремя, оно как бы спало с меня просто. Бремя ожидания от святого имени. Что оно дарует освобождение, что оно дарует все, что угодно там дарует. И вот это все в голове накапливается. И ты пытаешься это все как-то разгрести, как-то применить. А реально надо это все отпустить просто. И просто потому, что гуру сказал, надо повторять. И тогда, может быть, ну, что-то и получается. Вот. Ну, легче намного, по крайней мере, повторять. Из отношений с духовным учителем. Да, Малыш, спасибо большое, что возвращаешь нас на землю. Очень важно быть на своем уровне, да, воспевании. Из этих настоящих нолей возникает там ноль и так далее, и так далее. Два настоящих ноля и так далее. Спасибо большое. Так мы обманываем ум, действительно. Перегруженный совершенными представлениями ум становится препятствием. Ага. Так, ну что, преданные, какие-то вопросы остались неотвеченными. Ну, вот единственное, можно быстро ответить, успокоить Батаджи Севапри из Перми. Она спрашивает, если я плачу стоп святого имени о том, чтобы хорошо исполнять свою дхарму жены и матери, а не во успехе проповедческого проекта, это является оскорблением святого имени или нет? Ну, конечно же, нет. Потому что
служение жены и матери – это основополагающая часть миссии Господа Чайтаньи. То есть вы здесь, ну, в высшей степени миссионер. Чем более любящая вы мать и жена, тем больше вы удовлетворяете Господа Чайтаньи. На его желание удовлетворить всех живых существ в их служении Господу. Вот, поэтому ни о каком оскорблении речи быть не может, совсем наоборот. Это и ваша миссия. Вот, спасибо большое вам за этот плач у стоп святого имени. Хари Кришна, все преданное, спасибо большое всем. Ратара Шримад Бхагаватам Ки Джай. Марафон Шива Прабхупады Ки Джай. Гоура Према Нанде Хари Хари Гоу. Чай.